Всем привет, народ, с вами Артур, сегодня мы продолжаем играть в Гаррис Мод на режиме Таркерпе на сервере Элитная Жизнь. Опять же, я записан на Элите, потому что вы, как, не знаю, просите у меня всегда в комментах больше Элиты, ну, получайте Элиту, в принципе, как вы и хотели. В этой серии я попытаюсь поиграть за какую-нибудь легальную профу, не знаю, пообыскивать квартиры, то есть мне для этого есть, в принципе, и привилегии, civil protection, то есть это защита как бы мирных жителей, народное ополчение, глава ополчения, у них тут оружие какое-то свое есть, но это что-то типа не до копов, если, допустим, копы все заняты, то можно народное ополчение сделать себе, поднять всяких там ополченцев и идти тоже вместе с полицией обыскивать квартиру. Есть снайперы, полиция, полковники, спецназы. Я сегодня возьму чего-нибудь из премиум. У нас здесь есть телохранитель, маньяк, ФБИ. Опа-на. Вы работаете под прикрытием, изменяете внешность и разведываете тайны. Так, а что у нас тут еще есть? Офицер. Работать один. В городе вам считали, что вы поднялись мэр, особенно 250 хп, 350 брони. Опа-на! Голосуем. Я буду офицером сегодня работать, если у меня, конечно, получится. Что там делают? Круто. У меня на улице шум, что я не могу вообще закрытым окном сидеть, так что, извините, сегодня буду слушать звуки из улицы, не знаю, там, всяких личинусов, если, конечно, повезет, не будете их слушать. Я не стал голд-офицером, блядь. Почему? Я еще хочу раз... Хочу голд-офицером стать, серьезно? Ну, это же классно. 50 секунд. Ну, ладно, как только я стану голд-офицером, то я начну запись, чтобы не занимать вас просто так. Итак, ребят, я стал голд-офицером, мне 280 брони. Это еще плюсуется то, что я вкачивал себе хп. 350... Ой, не 280 брони, а 280 хп и 350 брони. Броню, к сожалению, не показывает, но я в итоге знаю. Вот как я... Наверное, выгляжу от третьего лица. Да, от третьего лица я не очень выгляжу. Чего? У меня что из оружия есть, как бы, самого начального? Desert Eagle, то есть обычно. Но это не считая всяких там моих прибамбасов, которые именно в пойнт-шопе. Чувак, подожди, оставь меня пока, ну. Дай мне хотя бы разобраться, что у меня здесь вообще есть. А берета есть также М92. Вот. Ну, такой себе пистолет. Убери, пожалуйста, оружие. Пожалуйста, уберите оружие. Почему? Так, у меня также есть танстик. Инвентарь. Так, что у меня тут вообще еще есть? Два элиты, это, ну, то, что у меня привычное, у меня оружие. Вот М14 у меня останется как мое основное. Тут можно также выбирать автоматически режим огня. Если что, я смогу, в принципе, дать отпор каким-нибудь пидорасам. По РП я работаю один, как, ну, закаленный в боях, там какой-то офицер жесткий. Это, я сейчас тебя по... Можно тебя спросить? Ну, типа, я сейчас по номеру РП говорю, типа, тебе надо писать, тебе нельзя разговаривать. Да, я знаю. Так, уже тут советы начали давать, что мне делать. Кажется, сейчас мне можно попросить пойти. Опа, что там происходит? Что там? Здорово, что происходит? Здорово, братан. Да, тут... Можешь объявишь комчас, я пойду с ребятами проверю. Так, братан, офицер, офицер, товарищ, товарищ, собирай всех своих, идем проверять квартиры. Иди домой, иди домой, иди домой. Да мне все равно, иди домой. Домой иди. Ой, ладно, ладно, все, я понял тебя. Вот короче, так вот надо. Кого видите на улице, вот сейчас пройдет минут 5, кого видите на улице, сразу арестуйте. Окей, минут через 15, ну, вырубай камчас потом. Так, нам дали приказ, теперь нам надо идти искать ребята, которые будут плохо себя вести. Так, слышишь, ты со мной идешь. Рено, ты со мной идешь. Домой.
Домой быстро сказал. Да сейчас домой, погодь, домой, дом наш, там хати, короче, дом. Да, давай мы тебя проводим домой. Ну давай, ну, блядь. Отойдите. Съебитесь с дороги, нахуй. Хату купить дайте, блядь. А то, сука, только приехал в город, даже хату купить. Так, это твой дом, да? Все хорошо, закрывайся, сиди дома. Так, а ты пошел домой, быстро. Домой сказал. А че ты не дома? Так, слышишь? Рено. Так, мы уже двоих посадили, кажется. Даже троих. Так, а вот тут чья-то квартира. Опа, она. Слышишь ты? Рено, прикрывай. Сейчас я ордер буду запрашивать. Кто владелец? Это Патрик. Сейчас мы запросим ордер. Так, дэшборд. А, так, запрос на обыск. Кто у нас там? Ник у него какой? Святой Патрик. Надо, кажется, ник писать. Ща. Святой Патрик. Подозрение на нелегал. Оба-на! Прикрывай! Всем с места! Так, сейчас еще здесь проверим. Что-то пусто здесь. Так, и тут тоже пусто. Ладно, равно пошли отсюда, здесь пусто. Нам не удалось, короче, что-нибудь найти. Здесь пусто, пацаны, здесь пусто. Всех по домам разгоняйте, все, уже можно сажать вообще без предупреждения. Время определенное прошло. Домой, домой. Покажи мне пальцем, где а, его почему отключили-то вообще? Его убили. Я, короче, выхожу на улицу, а там... Кек. А чё, мэра нету? Круто. Голосую за Навального. Круто, мэра нет, теперь надо нового мэра искать, чтобы он давал Камчаса. Теперь мы будем просто, не знаю, ходить по улице и докапываться до людей, которые подозрительно выглядят. Все-таки, наверное, меня сейчас будут раздражать эти звуки с улицы, и я, наверное, закрою. Так, я здесь, окно я закрыл, уже все отлично. Тут по мэрии шарится. А почему ты потерял профу? Его что, убили? Станьте кто-нибудь мэром, пацаны. Стань ты мэром. Да я сейчас буду. А, ну окей. Он Рено мэром стал. Все, Рено мэром стал, отлично. Отстраивайся здесь, чувак. Отстраивайся. Я за ним, если что, слежу. Мне лучше М14 достанусь. Мне как бы безопаснее. Рено, отстраивайся, если что, я тебе помогу. Там, убери окошечко. Что, сколько? Такая? Да до хрена. Ты ее нигде не купишь. Перестройка мэрии. Ну, ладно, пусть перестраивается. Я сейчас пойду туда обыскивать. И сажать всех тех, кто будет вообще не дома у себя. Спасите, меня убить хотят. Кто? Какое-то чудило, так похоже на меня. А имя, не знаешь его? Нет. Кем работает? Гражданский. По-моему, у него ник Печенька. Печенька? Ну, давай его, короче, в розыск подадим. Давай. Он монстр убивает. Короче, его арестовываете при первом же, как бы, виде. Печенька? Если что, на допрос тебя позовем. Пройдешь в полицейский участок, давай.
Так, что у нас там? Надо... Ага, вон, печенька. Стоять, стоять к стене, к стене, к стене. Лицом стоять, сказал. Ты разыскиваешься за покушение на убийство на человека. К стене туда стал, быстро. Быстро стал. А, это оскорбление полиции. Стоять. Стой, сказал ты. Да стой ты, пидор. Да блин, блядь. Я не того арестовал, ну вашу ж мать. Стоять, сказал ты, мразь. Это не он, это не он, это не он, это не он. Это не он! Это он! Вот оно! Вот сзади, сзади, это он! Вот это он, не думай! А можно он зайдет там? Вот этот ты, что ли, пытался его убить? Домой иди. Он меня просто придоможил. Он меня придоможил. А у меня нет дома. Что мне делать? Блять, меня уволили. Ты твою мать. У меня нет. О, господи. Итак, ребят, я здесь снова взял профессию офицера. Меня... уже размутили, меня какой-то долбоёб админ взял, замутил, загагал за то, что я ему ответил на его вопрос, то есть дело было так, меня тэпнул админ, спрашивает, за что я, типа, в тюрьму посадил во время камчас, понимаете, во время камчас за что я могу, типа, посадить, блядь, сами подумайте, а за то, что он, наверное, не дома во время камчаса находится, хотя с момента начала камчаса, если вы помните, было где-то минуты 3-4 уже, то есть достаточно для того, чтобы начать сажать ребята без предупреждения. После чего, без разбора, я был посажен в джайл на 2 минуты из джайла, потом я вылетел, а пока сидел в джайле, я написал, типа, давай, не знаю, тэпнись ко мне, ты без разбора меня посадил, подлетает ко мне, говорит, типа, ты что, меня задауна, что ли, вообще считаешь, там, я думаю, что не видел и не знаю, за что ты его посадил, ну, я им пишу, вот так как я был, не знаю, не мог говорить почему-то, то ли с микро что-то не так было, пишу ему, да, за дауна считаю, он уже улетел в этот момент, посчитал за это за оскорбление и дал мне мут с гагом на 10 минут, хотя за первое типа оскорбления, которого здесь вообще нету, я ответил на его обычный вопрос, дается здесь за оскорбление первые, не знаю, 5 вроде минут, но никак не 10, в итоге я позвал другого админа, охрененного просто админа. Он решил это все, как бы узнал, почему он меня вообще загагал, замутил. В итоге снял с меня и гаг, и мут. В итоге я сейчас опять с вами в строю, бегаю, говорю, не знаю, что-то пишу в чат. Теперь все, я полностью... Опа-на. Ну, нахуй здесь маньяк. Надо попросить камчас опять, чтобы сделали, потому что, ну... Блин, кайф, не знаю, повзламывать кому-нибудь квартиру, ну, то есть проверить кого-нибудь, что ли. Опа. Вот я уже и возле мэрии. Здорово, где мэр? Нету. Нету? А что, мэром не хочешь стать? Нет, я не умею за мэром. О боже мой, ты что, совсем что ли ненормальный? Блин, мэром не уметь играть, ну просто правильные какие-нибудь там. Вот где сервера есть, у них тут шкала, вот вверху, ребятки. Это охрененная система мэра, он то есть выбирает решения там какие-нибудь, которые будут продвигать экономику, налоги уменьшать, которые будут с проф зарплаты у профессии забираться. Это классная система, в принципе. Это больше РП добавляет. Мэр должен принимать важные решения, от которых будет зависеть именно репутация, то есть городов, ну, в котором играют люди. Чем лучше репутация, тем, кажется, там была на некоторых серваках больше зарплата у ребят. Оп, я уже здесь могу прыгать. Не получилось, ну ладно. Тем больше, например, там у ребят зарплата, это на разных серваках по-разному опции расставлены. У кого-то там от репутации зависит налог, который берется с зарплаты, вот этой вот базовой. Которая, вот видите, у меня 800, у меня, допустим, при низкой репутации было бы от 800, забиралось бы, не знаю, баксов там 600, и я получал бы в итоге всего лишь 200. А при высокой бы репутации я бы, может, еще и бонусом бы получал. Ну, это классная вещь. Просто вам рекомендую на таких серваках поиграть. Вам она понравится.
То же самое, допустим, в Рашкинске есть. Опа, там хата чья-то. Так. Он побежал. Ты что делаешь? Рядом съезда в город с спауном есть человек, заказывайте у него пиццу. Почему мэра нету, я не понимаю. Ну, ё-моё. Так, мне надо узнать вообще, я могу ли... не знаю, без Камчаса обыскивать квартиру у ребяток. Или только ФБИ может это делать. Опа, что там происходит? Что там происходит? Что за стрельба? Я должен это предотвратить. Там человек кого-то стреляет. О, господи. Что там происходит? Сейчас я запрыгну. Сейчас я к нему запрыгну. Жаль его, бани его нафиг, слышишь? Ебу, Вульф, его банить вот надо. Да-да-да. Он видишь, что делает? Я думал, чувак кто-то тут с крыши по людям стреляет. Я к стене стал лицом, быстро к стене. Какого ты черта оружие держишь при людях? Убери его. Убери, выкинь оружие, сказал. Выкинь его. Стене, сказал, лицом повернулся. Стой смирно. Так, weapon checker. Нелегальное оружие, инвентарь. Свободен. Свободен, говорю, пошел. Опа, его братан пришел. Так, а ты че стал стоять? Стоять, сказал. Че это? К стене лицом. А че такое? Покажи лицензию на оружие. Как ее обычно показывают? Достал и показал. Мне влом, я так и зашел. Хочу поиграть. У меня маникс. Все, отлично. Свободен, свободен. Все есть, отлично. И проходи. Ой, ну ладно, ладно, пропускаешь, спасибо. Вот так вот, в принципе, и надо ПРП обыскивать. Блин, даже с закрытыми окнами слышно, как какой-то дебил сигналит на улице. Окей. Пойдем, не знаю, набирать ли ребяток в полицию. Можно же, блин, можно же спокойно так вот через тап искать. Че я тупил раньше? Можно его, и обыск, и розыск так ставить легко очень. Почему он колдует? У нас в мэрии кто-нибудь есть? Нет? Твою мать, никого. Этот опять тип сидит за телохранителя. Говорит, мне кажется, он больше ни за кого не играл, кроме как за телохранителя. Так, что они тут делают? Эй, ты что делаешь? Ты что человека ударил? Ну окей. Это что она, а не он, дурачок. Кто дурачок? Я дурачок? Вот это она. Вот это девочка. Я дурачок. Да, ты дурачок. К стене. Я боже... к стене лицом. К стене лицом. Это шутка была. К стене лицом, быстро. Арестован. Вот тебе пример, как не надо вести себя с полицейскими, братан. Стоять, стоять, стоять. Пацаны, я знаю. Это что сейчас было за стрельба в людном месте, а?
Я знаю, я просто просто скорострельность переключил. На меня монстр напал только что. Окей, поверю, а чё так побитым выглядишь? Спасибо. Да меня монстр укусил. Вот к медику иду. Ну, стой, подожди. Чтобы меня вылечу, проверю. Погоди. На, будешь жить. Слышь, какого черта к стене стал? Быстро, дядя, к стене стал, алло. Алло, к стене стал. Какого-то черта оружие достаешь, когда тебе говорят к стене стать. Зовем админа. Кекус. Сейчас зовем админа, этот даун получает пиздюлей за фир РП. Неповиновение полиции, да? Конечно, неповиновение, и то, что он достал оружие, когда я на него бежал и говорил ему лицом в стене стать, он получил пиздюлей. Сейчас еще от админа получит за фир РП. По РП он должен был как бы стать спокойно к стене и дать мне его обыскать. Если бы я нашел нелегальное именно оружие, я бы мог его арестовать. Короче, братан, не он. Фир РП detected. Короче, смотри, никакой, типа знаешь? Типа сейчас убил, он хакер, кажется, сейчас найду его ник. Подожди. Бля, где он? А, ты убил его, я могу посмотреть. Кобис, двоеточие, тройка. Его нет. Кобис, какой-то там маленькими большими буквами. Смотри, я увидел у него оружие в руках, ну, то есть, не по РП, но смотрю, то есть, у него лицензии нету, допустим, над башкой. Это, если так рассуждать. Решил его обыскать, говорю, типа, стой лицом к стене. Он начал от меня убегать, и когда я достал уже оружие на него, наставил, и бегу за ним также, продолжая, кричу ему, типа, лицом к стене. Он начал оружие доставать. Достал на меня этот G-пистолет, я его пристрелил. Ну, все равно уже, как бы, РП не соблюдено. Пистолет у него был без лицензии? Да, он играл за этого, именно за хакера, с пистолетом без лицензии. А, ну нельзя, тогда обжал его сразу. Так, кажется, не тот. Вот и он. Сейчас будет оправдываться, типа, я не знал, не слышал ничего. Ой, у тебя еще калашников, ты убираешь, что ли? За хакера же нельзя калаш носить? Нет, тяжело, нельзя. Кек. А, смотри, Кобис. Когда тебе он сказал остановиться, ты остановился? Нет. Ну и в 4 правила почитай. Спасибо. Все, вот и наказанный чувачок. 300 секунд, кстати, меня на 120 сажали, в принципе, но думаю, 300 секунд хватит ему для того, чтобы почитать правила. Здорово, братан, рад тебя видеть. Я здесь проверял, тут ничего нету, когда Камчас был. Надо, короче, найти нам мэра нового, который будет издавать нормальные законы, а не сидеть хуйню хоть у себя в мэрии. Ты как за городом вообще следишь? Нормально все? Конечно. Кто что нарушает, сразу хэдшот подаю. А почему ты сразу убиваешь, а не арестовываешь? А? Ты что, пинка под жопу захотел? Шутки не понимаешь, что ли? Че? Шутки не понимаешь, что ли, а? Я не умею шутить. Жизнь в полиции заставляет тебя забыть о шутках и начать только слушать Азиса. Я просто только устроился. Я только устроился. А, так ты стрелять любишь. Ну погнали. Погнали, короче, патрулировать город. Будем сейчас искать того, кто станет мэром. Братан, мэром можешь стать? Становись мэром. Будешь издавать закон и назначать камчасы. Становись быстро мэром. Мэром стал. Глаза красные просто. О, продавец оружие! Нахуй ты его стреляешь? Это ж свой. Зачем его убили, пацаны. Его убил, пацаны, дно его убил. Объявляем в розыск, пацана. А. Он убил, его вот этот снайпер убил. Нет.
Нет, 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 это свой, он его не убивал. Чувак с ником дно. Ищем, ищем его. Объявите его. Я его объявил в розыск. Ищем, ищем его, ищем. Где он? Скорее, скорее. Надо, чтобы кто-то объявил комча. Вон он, держи его. Держи, держи, он сзади. Окей, ладно. Хорошая работа, братан. Наш его убил. Хорошо, что ты мне вообще сообщил об этом, то, что он убил человека. Прямо на наших глазах, понял? Он разлетелся на части. Пошли. Вот, вот, вот это РП. Сейчас скажете, опять РП на минималках, Артур не соблюдает правила. Это ты его подстрелил, братан? Случайно. Да, не случайно, ты убил убийцу, который был в розыске, красавчик. На тебе премию. Мне, я тоже помог в этом деле. Так, дать деньги, ну, 2500 дам. Я правда случайно. Да не случайно. Какого черта? К стене лицом. Вы имеете право молчать в хранении. Почему он опять стреляет, по-моему? Да, не было. Кто стрелял? Здравствуйте. Здравствуйте. Пиздец. Право молчать, блядь, хранение. Ты что делаешь? Почему ты колдуешь на улице? У меня загонная магия. Смотри, у меня на диком есть лицензия на магию. Предъяви лицензию на магию, то, что ты можешь использовать вообще не в пределах Хогвартса. Хотя какой нахуй Хогвартс, ты Волан-де-Морт, блядь? Это магия вне Хогвартса называется. У тебя палка с Алиэкспресс. Ага. Опа-на. Сколько покупал? Дай я тебе закажу. Пошли следить за городом, пацаны. В следующий раз будьте бдительны, чтоб вас так не разъебали. Один я тут выстоял вообще с почти полными хп. Так, надо найти мэра. Мэра нет почему-то. Где мэр? Где мэр? О, мэр. Слышь, мэр у нас есть. Пошли попросим комендантский час. Все за мной. Давай за мной, за мной, за мной. Да-да-да, на рутру похож голос. А, шо, где почём? Вот он этот, да, кстати, нифига себе. Блин, охотника, отвечай. Откуда он у тебя? Что? Да, арбалет охотника, откуда у тебя? Ну, у меня он есть, всегда прирез, пикек. А шо такое? Ну, блядь, пиздос какой-то. Ну, блядь, ну это читы, Какие нахуй читы? Я донатер, кек. Я донатер, я вам сказал еще раз. Че тебе надо от меня? Я понять не могу. Разбираться, что он сделал? Он, короче, фрикинул чувака нашего. Не фрикинул, он как бы стоял возле вас, когда я по вам стрелял. Вы напали на нас вообще просто без разбора. Я напал, чувак. Но ты напал, и твой напарник прям возле тебя стоял. Вот смотри, вот допустим, ты стоял тут вот и отбегал назад. И здесь вот, представь то, что я этот тип был, который я подстрелил. Он прям возле тебя был. Я по тебе стрелял, попал в него из арбалета, кек. Не было бы его там рядом, я бы просто по нему не попал и попал бы в тебя, соответственно. Так что килл вообще случайно, он просто попал под пули, кек. Ты даже не извинился, ты пойми, чувак. Не ленился, извините, пожалуйста, за то, что он сам попал под пули. Это не мне говорю, а ему. А вот эти почему-то нашего железяку ебнут.
Но на меня начали опять он нападать тоже, стрелял. Понимаешь, подкатил ко мне вот эта вот рухлядь железная, начала по мне стрелять. Ничего, не знаю, молиться что ли, чтобы он меня не убил? Да. Лол, да. Бред. Бред просто полный. Я тебя пристрелил и его пристрелю за то, что он на меня напал. Почему я должен просто сидеть терпеть и сливаться ему? Как? Там еще чувак говорит, киллер, да, киллер. Ты его, как сказать, он РП, ты его узнал даже, не сказал кто. Мне сообщил мой сотрудник. Как бы в полиции не я один работаю, а есть еще и снайперы. Тапни его, тапни. Ник, можно его? Короче, я понял. Он все нормально сделал, кроме того, что убил твоего напарника. Николь. Ну бля, Николь. Это понятно, Николь. То, что я его ни за что убил, но он же попал под пули, это понятно всем тут, кто стоит. Ну, что поделать, ты уже фрикился. Он, ну это понятно, бля. Ты его прощаешь, нет? Это не мне говорит, это Виталику говорит, вон он идет. Вон, давай, пусть он меня там прощает, не прощает. Виталий, только не ори. Да погоди, да, прощаешь? Да, не. Я хочу, надо. Отойти, надо отойти. Виталий, помолчи. Ты прощаешь вот этого неизвестного там уёб. Нет. Боже, пошел нахуй, да. Да ты сам под пули полез, алё. Сука, я заебался, я сука, заебался ждать, пока этот круг нахуй пропадет. Да ты ж сам виноват, признать, да ты же полез под пули, когда перестрелка началась. Какой под пули, блядь? Я стоял, только там недалеко от эндгейма, ты взял... Так вот именно, ты стал прямо перед ним, и я в тебя попал, вместо того, чтобы его подстрелить. Я справа от него стоял. Нет! Я вот совсем на дурака кривого, похож, который не туда стреляет. Чувак, можно чекнуть логи, там даже написано даты, ну, хотя это нахуй надо. Блять, ну пиздец. Я просто стоял рядом с ним, сначала ты меня пристрелил, а потом его. Ты не остановился, ты начал дальше убивать. Так вот именно, я убил того, кто на меня напал, а ты случайно под пули попал. Ты бы этот Джайл, все. Вот именно, он тут начинает рассказывать. Давай Джайли меня уже, блядь, заебал. Да, это я хочу тебя познакомить. Отлично. Посижу 200 секунд, как только вылезу с Джайла, продолжу. Итак, ребята, я здесь. Теперь я уже вышел из Джайла, только что. Я знаю дом, где есть маленький, поможешь? Ну, давай сначала Камчас объявим, потом ты меня поведешь. А, уже Камчас есть, пошли быстрее. Эй, ты что делаешь, чувак? Ты какого черта стреляешь? В смысле? Я просто так пальнул случайно, даже и то. По кому ты пальнул случайно? Ни по кому. Ну окей. Почему не дома? Раз, а, окей. Только я еще не видел. Почему и ты тоже не дома? А здесь даже не разборки? Нет, это крыша. Почему? Ты не дома. Слушай, давай здесь разборки, поэтому я не дома. Какие нахуй разборки? Иди домой. Что? Комендантский час, иди домой. Дядя, домой иди нахуй, пока я тебе нахуй эта дубинка не отпиздил. О, так это ты чего? Сейчас, подожди, интернет. Иди сюда. В тюрьму улетел, дядя. Полетели, короче, искать квартиру, где Маники, кажется, нам сказал человек наш, напарник. Где этот чувак? Где он? Ну, был же где-то здесь. Карать умеешь, нахуй, заебали, а, такие? А почему вы не дома? Почему вы не дома, молодые люди? Молодые люди, вы ничего тут не забыли? Домой идите все. Да мы дома! Да вот наш дом! Тут это гандон под пиздуй дверью. Тоже домой. Вообще, вот, давай домой, дядя. Да вот наш дом, видишь? Давай, заходи, все, сиди дома. Да все, мы сидим тут. Так, теперь мне надо найти нашего напарника, который хотел мне рассказать про квартиру. Домой пошел.
домой пошел, иначе это вот этот красный здоровенный дилдо у тебя сзади окажется. Камчас есть сейчас. Камчас есть сейчас, как бы я могу его дам. Слышь, Дон Корлеоне. Дон Корлеоне. Дон Корлеоне. Так что я здесь? Че? У тебя показывается Камчас? Да. Ну все, проблемы то какие теперь у них должны быть. Да просто тут тип не доказывал то, что Камчас, а не тут кек. Слышь, ты домой иди. Да ничего такого бывает, это баги сервера. И ты тоже пошел домой, быстро. Какого ты черта ствол на меня наставил? Стоять! Лицом к стене. Лицом к стене. Это вот так все надо решать. А так, до бомжа мы докопаться не можем. Он живет на улице. По РП он не может иметь дом. Этот джейл дэр. Здорово, пацаны. Почему? Тихо, почему ты не дома? Почему ты не дома, лайф? Окей. Так, пошли дальше искать. Вон, смотри, тип какой-то идет. Слышь, лицом к стене, почему ты не дома? Лицом к стене стал, быстро. Быстро лицом к стене. Быстро лицом к стене, быстро лицом к стене, быстро лицом к стене, лицом к стене. Лицом к стене, а не спиной. Прикрывай. Свободен, пошел быстро домой, пока мы тебе этот дилдак красный в жопу не засунули. Вон за ним, скорее. Кажется, у него что-то есть. Быстрее, быстрее, за ним. Давай, скорее, не отставай. Кого он помочит? Да вон, тип какой-то побежал, надо у него что-нибудь, кажется, найти. Оба-на. Здорово. К стене лицом, почему не дома? Лицом к стене, лицом к стене, лицом к стене. Почему не дома, почему не дома? Отвечай, отвечай, отвечай. Камчас есть. Ты чё, слепой? О, значит, только что зашел. Да, так что пошел быстро сейчас домой. Бегом. Пока у тебя этот дилдак, вот смотри, у меня есть красная дилда, она у тебя сейчас в жопе окажется, если ты не пойдешь домой. Смотрите, пацаны, там чья-то хата, пошли быстрее посмотрим. А ну к стене, лицом к стене, домой пошел, быстро. Домой пошел. Домой пошел. Быстро открыл дверь, это обыск. Так, чё такое происходит? Домой зашел, жди мне окончания Камчаса, и потом иди делай, что хочешь. Может, дайте мне решетку, где буду перекрасить. Потом зайдем к нему. Ну зачем ты пацана пугаешь? Ну зачем? Пошли дальше искать. Сейчас я патронов куплю, подождите. Сейчас быстренько. Так, раз, пачка, два пачка, три пачка. 4 пачка. Все, 103 патра, думаю, мне будет этого достаточно. Это было никого. Так, сейчас. Тут. Давай посмотрим сначала в окна. По окнам можно, в принципе, определить, живет там кто-нибудь или нет. Если была бы что-нибудь эта хата, то... Не, окна свободные, не заставленные. Пошли элитку посмотрим еще. А, они уже без меня побежали, класс вообще. Пробуемся. Там чувак с Юсасом, Рельсиганом, мы там не пробуемся вообще никак. Вообще? Там чё, чувак, а что я гуляю, Юсас, а не Интересно. А может попробуем? Стой. А может попробуем? Дайте денег дам. Нахера мне денег давай? Да не надо мне деньги, успокойся, мне денег своих достаточно. Пошли обыскивать квартиру. Тут маник. Пацаны, здесь маник был. 79 тысяч поднял с него, охереть.
И что это за бред? Причина сейчас убийства какая? Хотели взломать мой дом. Так он открыт был, кек. В каком часу у нас проверка на маленький. Я был, алло, блядь. А, сегодня, блядь, охуенно. А в каком часу как пойдет? Проверка на маленький. Знаешь что, я убил тебя за это. Я просто прикрывал твои маленькие. В чем проблема? А, то есть он вообще не боялся трех полицейских, которые вооружены. Он, то есть, вообще никак трех полицейских вооруженных не боялся, да, в одиночку? Крут. Вообще, просто... Ну да, опасность... Ну да. А чё, мы опасности не представляем вообще никакой. Какого чёрта вы не дома, вы? Животные. Мы играем. Пошёл домой. Да-да, я здесь. Привет. Короче, смотри. Посмотри сейчас, кто нас троих полицейских и ФБИшника убил. Он нарушил правила, кажется, этого ФРРП, то есть не побоялся троих вооруженных полицейских и побежал на них с оружием. Убивать. Один? Да, один. Мы зашли как бы в открытый дом, ну то есть окно выбили и залезли. Там смотрим, Маник. Решили его уничтожить, подбегает он в спину, троих расстреливает. Жёгся какой-то или кто это, я не знаю. Там у него как-то на голд. Голд какой-то там. Ладно, их там было бы двое, трое, там можно было бы нас уже убить. А он в один, в троих полез, пиздец. Думаю, его накажут. А может, и накажут, хер с ним. Ну, голосуем за полицаев, потому что сегодня я играю за полицая и хочу, чтобы полицейских стало как можно больше. Так, ну шо. Это, кажется, ник у него Gold Esate Ankokuboshi. Я пока его ник прочитаю, я скорее Аллаха вызову. Ну что? Ну что? Так, сейчас его тэпнут и разберутся с ними. Я уже заметил вообще, то что там чувак, кажется, за плантации играет. Ну, за... А, это он. Ты почему один на третий полез? В каком смысле? Ну, в элитном районе ты нас троих убил, полицейских, когда мы зашли к тебе домой. Я хотел его обыскать, а ты видел потом маленькое, вот. Я защищал свой дом сколько. А почему ты не боишься троих полицейских вооруженных? Серьезно? Подожди, ты читал правила Пауэры? Там было два человека с оружием. Нет. Как бы. Там три. Нет, там три полицейских было. Ты можешь побольше микрофон поставить? А то ты прям долбоёб малолетний. О, боже мой. Короче, смотри. Ты знаешь, что такое Power Gaming? Ага. Давай. Кажется, не знаю. А, кек, значит, не знаешь. Ты вот его нарушил. Сиди в жале, значит. Ну, просто убежать в страхе. Как сейчас отменён. Блядь, да там хата чья-то. Уже 42 минуты записывается, ребят. Мне надо заканчивать, но я очень сильно хочу обыскать того человека, который выращивает растения. Спасибо. Кого ты черта творишь? Патрик, за мной. Патрик, за мной. Скорее. Иду. Слышь, ты не Рутрас учебина? Нет. Бред полный. Мне надо найти ФБИ. ФБРовца нашего. ФБРовца надо найти. Где мой... ФБРовца я видел. Где ФБРовца?
Где ФБРовцы, блядь? Где? Сейчас человека обыщем, у него там растение. Блин. Такс. Найдем мэра сейчас. У нас, кажется, да, у нас мэр жив. Привет, братан. Где... Ня. Объяви, пожалуйста, Камчат, срочно. Человек выращивает плантации. Издеваешься, что ли? Возьми лучше ФБР и там долбани. Дай мне прокуру, спецназа, пожалуйста. Это Джапабус будет. Джапабус будет, дядя. Подожди. Ну, так ты играешь за ФБР. Окей, пойду за ФБРовца, выберу работу, как мне Гарри сказал. Если меня посадят в тюрьму, Гарри, ты будешь виноват, если, конечно, посмотришь это видео. Так, ХП у меня, конечно, поменьше, но все же. Рэкинг. А где он? Давайте вот сюда запрыгнем к нему. Вот сюда, на кулачках. Вот вообще будет неожиданно для него. Так. Ага, все, да-да-да. Я не прогадал. Так, с... Как у него ник Рэкинг? Теперь мне надо найти его в списке. Рэкинг. Где он? Блин, не могу его найти. Владелец плантации, вот он. Ребят, кстати, если хотите увидеть следующую серию «Закон легального профу», то есть полицейский, ФБР, там... офицер, сватовец, мэр, то, не знаю, поставьте лайк, отпишите в комментарии и все в этом роде, если вам это понравилось, например, серия за офицера и ФБРовца. Ордер на обыск. Врачевание травы. Сейчас залечу к нему. Давай, дядя, скорее. Блядь! Ну какого черта мэр сдох? Ну чё мэр сдох в этот момент, да твою мать? Ты лучше голосом не разговариваешь. Стоять лицом к стене, чё ты тут делаешь, а? Какого ты черта здесь творишь? Обычная почва, подожди, чё тут, зарядка у нас, батареечки. Ну-ка, подожди, ты чё тут выращиваешь, а? Марихуану, что ли, блин? Не понял. Цветы, какие цветы, а ну? О, чёрта. А я-то думаю, чё-то отсюда каждый день дым идёт с окна, блядь. Каждый раз кто-то дует и ржёт с окна, тут слышно всё. Ты какого черта здесь делаешь? Да по-любому марихуану делаешь, чувак, ну признайся серьезно. Я сейчас парней позову, тебя просто отмудохают, понимаешь? Тут они разбираться не будут. Я тут обычно ФБР. За то, что ты марихуану выращиваешь. Вот смотри. ПРП. Вот все, я нашел семя марихуаны. Теперь тебя можно сажать спокойно. Лицом к стене. К стене стал. Дядя, ну ты же сейчас будешь подстрелен просто под жопу. Все. Здорово, братан. Все, арестовал. Типа, который делает марихуану. Блин, я все сделал сам. Ура! Да. Фу, какая же гордость. Бери то, что я предотвратил распространение марихуаны в городе. Если вам понравилось это, то ставьте лайк. Опять же, прошу вас, умоляю, поставьте лайк. Это поможет продвижению видео на канале. И подпишитесь на канал также, чтобы быть в курсе новостей на канале. Также поставьте, именно включите значок колокольчика возле значка подписаться. Это позволит вам узнать о выходе новых видосов на моем канале. Так что и вы будете самыми первыми, кто посмотрит эти видосики. С вами был Артур, всем удачи, всем пока.